12 апреля 2024 года обучающиеся команды видеостудия «Свет» посетили церемонию награждения городского детско-юношеского медиафестиваля «Молодо не зелено», которая проходила во дворце имени Комарова. Во время репетиции награждения мы познакомились с нашими коллегами из других видеостудий. Помимо награждения, на церемонии прошло несколько танцевальных и песенных выступлений. Особенно мне понравились танцы. В номинации «Музыкальная зарисовка клип» в возрастной категории 5-8 классы мы получили 2-е место. Нам вручили увлекательную игру на эрудицию «Словодел». Всем участникам медиафестиваля традиционно подарили сертификаты на месячное обучение в медиашколе «Телешко».